Mungu ibariki Afrika. Танзанія. Плавав, знаю. Ну, зараз у мене корабль поки грузиться. Ну, вот, є времечко віддохнути, фільмец посмотреть какой-нибудь. Вот, я пригласив. 25 гостей. Я буду 25 гостей. Наверное, 14 новые кассеты. Да? Вау, ну круто! Из которых Маркус выберет, какой же мы фильм будем с друзьями смотреть. Ну что, поехали! Первый у нас Эмоджи. О, ну посмотрим, что же заставляет Эмоджика смеяться. Шансы Джеки Коллинз. Мировой бестселлер. Целый мировой бестселлер. Кстати, это одна из первых фильмов, где снималась Сандра Буллок. Фил Моррис. Шонни Смит. Как мировой бестселлер. Вот за то, сколько актеров мы узнали 80-х годов. Ну, пошли дальше. Следующий у нас Фредди Меркури. You must go show on! Могила 38. Хотя внутри вы очевидец. Вы очевидец. Ну, посмотрим. Чему мы являемся очевидцами? Забыли ключи от квартиры, можно взломать дверь. А можно попытаться попасть в нее через балкон. Первый способ дорог, а второй опасен. Герой нашего сюжета решил пойти по бесплатному, но тернистому пути. Жильцы дома с замиранием сердца следили за каскадерскими трюками соседа. Не зря говорят, что пьяному море по колено. После долгого прицеливания он наконец-таки умудрился спрыгнуть на балкон и улегся спать. Прыгай давай! Хотите повеселиться, посмеяться, смотрите программу «Вы очевидец». Ищите на YouTube. Ну что, поехали дальше. Следующий у нас Брюс Ли. Три гиены. О, Джеки Чан. Так. О, какой молоденький, совсем молоденький Джеки Чан. И Балу Йонг. Итак, сейчас мы будем изучать прием «Хвост дракона».
Я покажу, как он делается. Это достаточно трудный прием. Овладеть им нелегко, на это уйдет некоторое время. Итак, по счету, раз. Нет, Херби, нет. Нет. По-моему, у меня уже лучше получается, да? Не надо вам было становиться рядом со мной, я очень сильный. Ну да, только мускулы у тебя между ушей. Ладно, оставляем, как мы знаем, фильмы с участием Джеки Чана всегда веселые. Так что веселых сцен будет много. В следующий раз Редберд. О, и птицы прилетели к нам. КВН. О, давай. Мы начинаем КВН. Бежал от одной любовницы к другой, а по дороге заскакивал ко мне перекусить. Я его кормил, подсказывал рифмы и понимал, что за счет всего этого можно потом настряпать кучу замечательных передач. Давайте Эдвард Станиславович Радзинский. Зато у этого парня птичья фамилия. Знаете. Ну да. Не надо только устраивать бомбежку, Эдвард Станиславович, не надо. Спокойнее. Тут даже и смотреть дальше нечего. Юморист, пародист. Всегда смешно, весело. Так. Слышь, нас какой-то футболист. Да. Гарри Линекер. В тень обмана трудная улика. Посмотрим. Старина Гарри, что ты притащил нам? Вот Тайн Камтуа, добро пожаловать в Аграбу. Город Тайн. Какой-то мультик. Тайн и наслаждение, а также широкая распродажа самых разнообразных товаров. Добро пожаловать, посмотрите, что у нас есть. Посмотрите, пожалуйста. Комбинированный насос, и он же кофеварка, на нем можно также жарить картофельные чипсы. Никогда не ломается, за исключением сегодняшнего дня. Посмотрите, что у меня здесь. Я никогда не видел этого так хорошо упакованным. Это знаменитые водоросли с мертвого моря. Слышите, все еще живые. Wait, don't go. Подожди, не уходи. Я вижу, тебя интересует только исключительно ред. Гарри, там мультики. Мультики там, а не фильм. Тут Аладдин записан. Да. Нельзя обманывать Крюка. Пока. Следующий у нас Эл Чупакабра. Самолетики прилетели к нам. Какой-то дети понедельника, но не видно. Посмотрим, что за дети понедельника. Ну не меня же. Большой нынче спрос на Медякина. Не знаешь, к чему бы это? К дождю, наверное. По правде говоря, она может. О, Игорь Скляр. Ничего святого человека. Актера я знаю. Он даже пел по песне под названием Комарова. Да, на недельку до второго. И даже эта песня попала в 16-м выпуске «Ну погоди». Да. Ли. Это какой-то фильм с его участием. Ты меня еще сердишься. Когда это было, Медякин? В другой жизни. Надеюсь, YouTube нам подскажет с названием этого фильма. Я лично такого фильма с участием Игоря Скляра не видел. Так. Следующий у нас Шерлок Холмс. На, приносил кассету, Шерлок. Охранить, сохранить мечту. Вау, мировой бестселлер. Две кассеты, да? Да, две кассеты. Ого, круто. Целых две кассеты. И упаковка бестселлера. В прошлый раз попадался и этот. Земля Индии. Наручники. Это игра. Лежать! Вы не в искушении судьбы.
нарушить закон. Совершить преступление. Это сука. У них же раскаяние. А за деньги, блядь, убивают. Сладость наказания. А потому все дозволенность. Игра в браслетах. Не видел такой фильм. Ну, второй части еще сейчас посмотрим. Игра в браслетах. Какой-то советский, российский боевик. Даже матерились еще. Да. Да, блин. Серьезный фильмец. А это мировой бестселлер. Сохранить мечту. Да. Я хочу поговорить с тобой, Шейн. Хорошо. Мировой бестселлер, это значит, что фильм снят по роману какого-то какой-то очень знаменитой писательницы. Барбара Тейлор Брэдфорд, писательница. Вот. Я хочу задать тебе вопрос. Оставляем, конечно. Давай. Же. Просто другим фильмам сценарии пишут сценаристы. А бестселлеры снимаются по уже написанным романам. Следующий у нас Порзингис. О, звезда латвийского баскетбола. Мокасины Маниту. О, что это? Мокасины, это про индейцев, по-моему. Да, про индейцев. Нам тоже не поможет. Мокасины, еще как, Маниту. И мы расплатимся с шашонами. Обогаче. Нас собираются казнить за убийство. Но мы должны доказать, что настоящий так убийца левого зайца Санта-Мария. Мне нравилось смотреть фильмы про индейцев. Ситуация осложняется тем, особенно, что у меня только часть карты, ведущей к сокровищу. Скальпы с бледнолицых. Иногда мне кажется, что ты все делаешь нарочно. Когда я был маленьким индейцем, вот, мой дедушка Серый Грач брал меня на так охоту. Так что, если вам нравятся фильмы... Он объяснил мне, как это важно. Индейцев, смотрите... Фильм про мокасины. Эй, Порзинги, сниматели. Так, идем дальше. Следующий у нас Hello Kitty. О, и Китти к нам тоже прилетела. Распутник. Ой, это ты обо мне, Китти? Обо мне, да? Ну, было дело, было. Люблю я девушек, люблю, да. Браво! Когда я смогу начать? Через час в оранжере. Ешь, это из Турции. Обожаю этот подъезд. Что это за балаган? Землетрясение или опять новое изобретение твоего папочки? Это энциклопедия, мама. Прогресс есть прогресс. Почему прогресса всегда так много шума? Ладно, оставляем. Почему у прогресса всегда так много шума? Не знаю, честно говоря. Ну, идем дальше. Следующий у нас верблюд. О, ну что же там в Африке смотрят? Американский Шаолин, король кикбоксеров 2. Ага, кикбоксинг смотрят. Есть японский шаолинь, китайский шаолинь, а теперь есть и американский шаолинь. В этом раунде 29 ударов ногой, зачтено 78%, средняя сила 325 фунтов на дюйм. 34 удара рукой, зачтено 82%, средняя сила 150 фунтов на дюйм. Следующий. Next. Ну, ясно. Бои, бои. Ясно. Для любителей боевых искусств. Смотрите фильмы про
Шаолиней. Следующий у нас Дафидак. Ну, может, мультик притащил? Убеждение Джейн Остин. О, убеждение. Ого, разум чувства, гордость и предубеждение. Эмма. Язон и Аргонавт. Новая приключенческая сага в лучших традициях храброго сердца и 13-го воина. От создателей Клеопатры и Одиссея. Прежде чем стать легендой, они стали героями. Язон и Аргонавты. Язон и Аргонавты. С маленькой помощью друзей он готов и разобраться с делами, и открыть новый свет. Колумб 2000. Новая прикольная комедия о любви и политике, сексе и религии, автомобилях и пицце. Новый безумно смешной герой Колумб 2000. Ладно, посмотрим рекламки. Новый Орлеан готовит... Потом... Так, вот сразу два фильма рассказали про Язона и про Колумба 2000. Следующий у нас Шрек. Ну, ты что притащил? Смертники. О, смертники. Это те, которые идут с вилами и факелами со мной бороться. Цель этого совещания – решить, кто поведет группу нападения. Агент 007 сейчас работает в Южной Африке. Наш лучший агент перешел на сторону врага. Змеиный король уже 3 года как мертв. Рокки? Нет, какой Рокки? Это же военная операция, он не подходит. Капитан Черная Лиса вышел замуж и завела семью. Это еще кто такой? Это лейтенант Дон Джин. Ох, лейтенант Джеки Чан. И приключения начинаются. Я уже говорил про Джеки Чана. У него в фильмах много веселья. Как только что вы видели даже в заставке. И Сталлоне появился, и Джеймс Бонд. Слышишь нас? Аид! Ну, давай. Последний из племени людей-псов. О, люди-псы. Где-то я не слышал такое название. Но сам не видел такого фильма. Сил, вилла! Ну, прощай, Ханио. Сын, что они говорят? Мы точно не понимаем. Что? Ну как? Смешно. Ну как? Еще один фильм про индейцев. Ну, по-моему, про современных индейцев этот фильм. Я это очень вер. На пивот ним. Сетахеда. Сетахеда. Это для любителей фильмов про индейцев. Вот. Ну, дальше. Следующий у нас Чарли Браун. О, дорогой Чарли, ждем от тебя. Охота за ведьмами. О, это же классный фильм, Юль. От этого я видел. Эту охоту за ведьмами я видел. Это суперский фильм. Если кто еще не видел, пожалуйста, посмотрите. Охота за ведьмами. Она никогда не пряталась, никогда не расстраивалась, возвращаясь от бабушки к вам. Когда я ее забирал, она плакала. Почему? Из-за того, что ей наговорила Барбара. Что я ее не люблю, что я собираюсь от нее отказаться. Она не могла терпеть того, что Ханна со мной. Никто из них. Она забрала Ханну. Это она. У вас есть какие-нибудь доказательства? Мне не нужны доказательства. Вам, может быть, не нужны, мистер Уэртон, но нам нужны. Вы хотя представляете, кто она такая? Ведьмами. Ведьмами, да. Как говорил, фильм интересный. Можно смотреть. Следующий такой раз. Мистически загадочный. Боль и паника. Боль и паника. А вы откуда тут? И... Роковые выстрелы. О, роковые выстрелы. Это же Бен Кингсли, Босс Хокс. И знаменитый певец Крис Ри. В городе Джунглях.
сильно. Если нужно спасти или уничтожить. Если нужно пройти сквозь огонь и воду. Ему платят деньги, и он рискует собой. Но честь наемника не продается. И он не будет пешкой в чужой игре. Компания «Пирамида» представляет. Оливье Грюнер в супербоевике «Наемник 2». Ладно, оставляем, посмотрим рекламки потом. Так. Следующий у нас Гуфи. Ну, давай, показывай. А да, другие музычку приносить будут. А, ну правильно, вечеринку устроим, пирушку, давай. Сабрину. Секс-символ 80-х. Она во всех фотографиях выставляет свои большие сиськи на показ. Следующий у нас Том и Джерри. Ну, вы, ребята, что же мы послушаем от Тома и Джерри? Пожар. Он разгорался, и как будто все беспощадно обнаждал. Он высветил тебе чужие. Кто такой, глаза, что грелись только в что среди звезд меня кружит. Избеги от стольких бед. Мосты. Вадим Байков. Ну? Следующий у нас Змей Горыныч. О, ну что, прилетел с кассетой в зубах. Ну посмотрим. Кстати, эту песню в детстве слушал. Да, эта песня 80-х звучала на всех дискотеках. Так само, как и Сабрина, Boys, Boys. Следующий у нас Пони Маккуин. Ну, качао. Ладно, ставим. Хоть мне она и не нравится, но ладно, оставим.
Так, идем дальше. Следующий у нас Марио. О, ну чем же ты будешь удивлять принцессу, когда ее найдешь? Звезда, она была где-то в 2000 году, 20 лет назад. Но песни, как видите, слушают люди еще и до сих пор. Следующий у нас Марч. Ну, Марч, давай. Колыбельную для детей. Группа Дюна. Привет с Большого Бадюна. Ладно. Веселые песни у группы Дюны. Следующий у нас Тролль. Так, ну. Что у нас там тролли дома слушают? О, тоже. Один из первых мультяшных клипов Советского Союза. Поставим мы палатки на рисовые грядки, а вдруг найдется добрый дружок. Ну, кто еще не видел этот мультик, посмотрите в Ютубе, поищите. Группа Дюна, рисовый рай. Мультяшный клип. Да. Следующий у нас... Ну? Курящая курица. Все. Бросаю курить. Я не долетела. Была, как была группа JK. Ага, JK. Ну, идем дальше. Следующий у нас Гомер. Ну, давай врубай музон. Я тут всем пончиков принес, я всех угощать буду. Была такая группа мальчиков.
которая нравилась много девочкам. Смазливые мальчики. Я вообще-то к боевым группам отношусь равнодушно. Единственная группа, бойс группа, которая мне нравилась, была E17 с Робином Вильямсом. И последний гость, гигантский муним. О, Giant, привет, Giant. Ну, что нам принес гигантский? Память о великом певце. Так, ну, Маркус, что мы сегодня будем смотреть с друзьями? Про охоту за ведьмами.